И всем привет, ребята. С вами я, Антон, вы на канале Dutch Play. Сегодня играем в эпопею под названием Only Up. Только наверх. Вау, вот это там целый лабиринт. Так, звук вроде ничего. Этот микрофон уже достал. Так, Only Up. Мальчик застыл. Девочка сидит. Хотите зареную? Так, а, вот старт. Чего-чего? Она что, их фоткает, что ли? Точно фоткает. О, чувак, лучше не открывай глаза. Если бы ты знал, что он тебе сейчас подарит. Жигули. А, не, она не фоткает, она пальцем вверх показывает. Ладно. Где там был наш старт? Ёпс, туда и вот это. Так, ага, сюда, да? Тихо, тихо, не падай. Господи, мы еще не... Ты уже падаешь. Ну, ё-моё. По забору пробежать не можем, а? Отсюда можно? Можно. О, чувак сидит, играет в Марио. Точно в Марио. Круто. Ладно, черт с тобой, пошли наверх. Да что ж ты здесь потыкаешься? Давай, залазь, залазь. Ой, солнышко светит хорошо. Ой, я уже высоко. Так, куда здесь? Сюда. Тут сохраниться можно или я упаду, трындец? Или тут, наверное, какой-то момент сохранения будет? За музыка. Телочка стоит какая-то там. Это, наверное, музыка сохранения, точно. Мама моя. Так, только не упади, смотри. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Sometimes it's hard to choose the right path, but don't be afraid. You can always repeat. We learn from our mistakes. Так кто сказал, что я боюсь? Э, ты чё, давай залазь. Так, куда нам? Сюда? Ой. Ты дура? Нашла, где селфиться. Смотри, не упади. Так, нам, походу, сюда. Ох, ё-моё, тут, походу, все прелести сейчас начнутся. Бля, я высоко уже забрался. It's very hard to make a choice when you don't know where it will lead. Ага, выбор. Или сюда, или туда. Ну, пошли налево, как обычно. Ух, бля. Может, лучше там пойти? Не, давайте лучше направо пойдем. Это налево вообще как-то стрёмно. Ой, бля, здесь еще стремнее. Ёп твою! Не-не-не-не-не-не, назад-назад, потихоньку вернись назад. Лучше в натуре налево пойдем. Ой, бля. Ой, подожди, здесь еще есть. Там так стрёмно, тут можно походу сразу наверх. Да, точно, вот сюда. Ладно, пошли, там разберемся. Тихо-тихо. Смотри, парашюта у тебя нету. Так. Ой, блядь, ой, боюсь. Блядь, ай! А, я чуть не всрался.
Я вообще высоту боюсь сам по себе. У меня аж ноги вспотели. Стой! Так, куда здесь? Так, нам надо туда, если я спрыгну здесь. Или там заберусь. Не, давайте мне лучше. Тихо. Господи, у меня уже руки вспотели. Кошмар. Охренеть, вот это я подниму, в принципе, не так и высоко еще. Давай, 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 давай. Тихо. Так, подожди, 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 мы походу не туда свернули. Или туда? Господи, куда идти? Не туда, нет, 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 назад, назад. Это какой-то чойс сраный был не такой. Тихо, тихо! Так, ага. Вроде сюда. Тихо, тихо, зараза! Так, не туда, как мне туда добраться? Хер туда доберешься, да? Ладно, попробуем сюда. Ты дебил, дебил! Вот это я упал. Это, наверное, специально, чтобы не орал, чтобы хоть что-то успокаивающее было. Да. Херовато. Ну давай, мы не сдаемся. Sometimes it's hard to choose the right path, but don't be afraid. You can always repeat. Да идешь ты в очко. Ты ж надо, бля, откуда я? Ох, твою маму. Подожди, а тут возобновить настройки. Пу-пу-пу, да? Никакого сохранения не было, ничего, да? Куда я добрался? Офигеть. Вот это задница. В чем прикол? Не знаю. Господи, я думал, две тёлки сосутся, а то мама с девочкой сидит. Так, шкет, давай, не подведи в этот раз, не подведи. Хреново мы там выбрали на этих трубах. Там-та-та-там. Я так уверенно бегу. Вот сейчас до труб добегу, я обосрусь. Sometimes it's hard to choose the right path, but don't be afraid. You can always repeat. We learn from our mistakes. Шкет, ты меня не пугай так. Ой, 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 ой. Уф, думал, все, кирдык. Так, здесь лучше подумать. Мы пошли туда, да? Ладно, идем сюда. Ну, там какая загусень. Та... Мама, почему его вправо все время уносит, дурачка этого? Блядь, не, тут не вариант. Упаду туда, потом не заберусь. Так. Подожди. А чё ждать? Ладно, пойдем сюда. Тихо, тихо, тихо. Так, что мы имеем здесь? Так, шкет. Свои тонкие ножки. Аккуратно, аккуратно. Не спеши, не спеши. Опа. Ну и куда я прибежал?
Ничего не понимаю. Интересно, если я прыгну, я повисну на ней? Или я сразу тю-тю? Так, что? Ага. Так, блядь, попробовать прыгнуть. Блядь, сейчас же упаду. Нет, до туда я вряд ли допрыгну. Может сюда? О! Вай. Так, а сюда можно подняться, или он свалится? Нет, шкребет. Молодец, давай. Так, оттуда я, по-моему, не допрыгну уже. Слишком далеко. Или допрыгну? А, что думать, прыгаем. Что-то не помогает мне эта музыка уже. Вай, какая машина. Да. Сраные трубы. Да, я понял, да. Don't be afraid. You can always repeat. We learn from our mistakes. Давай, забирайся. Блин, вот все ничего, но эти трубы — это просто какая-то жесть. Трубы. Так, аккуратно. Ты еще здесь попробуй, упади. Sometimes it's hard to choose the right path. But don't be afraid. You can always repeat. We learn from our mistakes. Господи. Что-то я как-то нестандартным путем пошел. Да куда тебя несет? Блин, у меня уже все пальцы вспотели. Так, я пошел туда и там обосрался. Не, лучше, наверное, все-таки здесь. Так, так, не спеши. Вот здесь мне надо, здесь. Я там и в 5, и в 6, что там, господи, сохраните меня, я не хочу опять сюда бежать. Так, Шкет, если ты сейчас промажешь... Фуф. Господи, только не упади. Не понял. На трубу надо залазить. Что-то мы им пришли в задницу какую-то. И чё толку? Ни хрена я себе залез уже. Так, ой, блядь, там рельсы какие-то. Это вообще там жесть какая-то будет. Так, ну здесь, наверное, надо прыгать на трубу. Вниз-то точно мне не надо. Давай, Шкет, цепляйся. Так, нормально. Есть контакт. Так. Нам туда.
твою налево, а? Давай, 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 потихоньку. Господи. Не падай, не падай! Его постоянно вправо клонит. То ли это управление, то ли я косой, то ли я не пойму. Сейчас обосрусь от страху. Фига себе. Это что там за плотина такая, отрез от города, что ли? Ладно, неважно, не отвлекаемся, не отвлекаемся. По сраной трубе надо залезть. Так, давай. Так, еще с... Куда? Куда тебя несет? Ты, блин, баран худой. Только попробуй, только попробуй, упади. Ух, твою мать. Ух, твою мать. There is something strange going on with this world, though there has always been something wrong with it. Вот это я забрался. To, the stability has been shaken. Maybe this is a chance for me. Господи, я боюсь даже кнопки нажимать здесь. Дебил, дебил! Мама. Ужас. Кошмар. Хорошо, хоть не упал не сильно. Так, подожди, я вообще куда? Туда иду? Да, сюда. Давай, шкет, сюда, сюда, потихоньку, и не падай, не вздумай упасть. Какая-то баба еще пиздит под руку все время. Так, я знаю, что твои культяпки косят вправо, но нам надо влево держаться. Ой, 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 у меня голова кружится. А, давай, давай. Давай, тут кусочек немножко осталось, давай. Потерпи. Так, вот здесь я что-то тут поспешил. Так. Аккуратненько. Блин, ты дебил? В натуре дебил. Давай, залазь, дебилоид. Куда ты так разогнался? Земля, земля, земля. Фу, бля, только не ори, что здесь прыгать. Чё-то тут паровозик завис. Так, ну его нафиг прыгать я не буду, а то я сейчас прыгну. Хотя я смотрел видос Куплинов, вроде здесь прыгал. Но я не рискну, я не Куплинов. The railroad was opened here 120 years ago. My grandfather worked here. I often went to see him. Wow, my grandfather станция. Worked here for 60 years, and then he died. Чемоданчики кто-то оставил. Так, ага, да, здесь я помню, здесь по чемоданчикам вроде надо. Ух ты. Ты куда собрался? Мама мия. Так, куда нам? Туда, да? Да, точно не сюда. Блин, у меня уже пальцы вспотели от страха. Так, вот тут вот, господи, господи. Так, шкет, давай, давай, давай. Быстро, в темпе и вправо не уходи.
If you want to go quickly, go with friends. If you want to go far, твою... Так, ну все, пипец. Вот тут мне кирдык. Надеюсь, там не обрыв никакой. Ни хрена я забрался. Я уже землю не вижу. Ой, блядь. Ой, блядь. Сейчас точно, точно подстава какая-то будет. Так, мне наверх, мне вправо. Вот теперь вправо, теперь вправо уходи. Ой, блядь, ушел. Пиздец, 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 цепляйся за трубы, олень. Еб... вот это да. Кошмар, просто кошмар. Да. Покатались. Да, ну здесь, бля, здесь вообще на трубах спешить нельзя. Чуть дал газу, все, ушел вниз. Давай, 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 давай. На ушкет. Лара Крофт отдыхает. Может, было стоило прыгнуть на этой кроватке? Так, ты еще с поезда свались. Нам хотя бы до той повозки бы добраться. Да, кстати, вот эта тема в замедленном действии. Это хорошо, когда ты падаешь. Чтобы быстренько сосредоточиться, куда приземлиться можно поближе. Так, чемоданчики. А так нельзя прыгнуть? Да, можно, смотри. Я думал, а тут чемоданчик надо было обязательно. Мне еще повезло, я не так хорошо, не так уж плохо, в смысле, упал. Не так далеко. Это можно было и в самое начало приземлиться. Не, ну почему его сюда вправо тянет? Короче, будь что будет, поехали. Подожди, управлять здесь. Не, здесь походу нельзя управлять. Твою налево. Ох, сейчас как повезет на меня. Ой, влево, если поедем, пипец. Не понял. Что это было? Что за прикол? Он, походу, едет куда надо, да? Вот только сейчас налево и пипец. This is where my whole life and the lives of my goddamn parents have been. Ой, мама, ой, ой, пиздец, ой, пиздец. Да не, походу, едет куда надо. Только не вздумай право ехать. Да не. Все гуд. Она специально сделала, чтобы я очканул и сорвался. Прикол, тут не надо ничем управлять, он сам в натуре по себе едет. Хотя чую, чую, что здесь какой-то подвох есть. Ни хрена я поднялся. А какая, какова цель? На Марс? Да, эту игру точно балбес какой-то сделал. Блять, поезд зависший вверху. Ну кто такое вообще мог придумать? Так, походу сейчас будем... Да, и не походу, а будем по вагончикам скакать. О, слоник. Бля, ну что, действительно сохраниться нельзя, что ли? Get a job in the favelas and live there. There are many like you. You have to be them and not stand out. Нет. You won't make it. You're a weak kid. Go back to the... Так, ну и что? Ну что, по этим ступенькам мы точно не пойдем.
Ладно, пошли по вагончикам прыгать. Вон даже стулочки уже подставили. Вагончики широкие. Ой, бля. Ой, бля. Нихерово мы поднялись уже, я вам скажу. Охренеть, не встать. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, тихо. Куда? Эй, ты чё? Господи. Я думал, ты обосрался сам уже. Еще раньше меня. Вестерн. To get to the new one, you first have to make a jump and get off the ground, not knowing what the future holds. Что-то за шарики. Я думаю, я до них даже не дойду. Ой, бляха-муха. Так, нахрена мне сюда, что я по мосту не могу пройти? То есть по мосту. Внизу. Дам. А подо мной что там? Максимум рельсы. И ничего. Упаду. Упаду, будет пипец. Смотри, не упал. Так, так, секундочку, и куда дальше? Нам надо на поезд. Здесь. Здесь что у нас? А, вот. Здесь мы залезем. Так. Нихера себе я забрался. Просто жесть. Смотри, вот, дурачка вправо постоянно уносит. Не понял прикола. Ну все. Антон, приехали. На рельсу прыгнем. Или туда прыгнем. Бля, далековато. Рельса, чтобы запутать или чтобы зацепиться за нее? Да. Даже не знаю. Ну, попробуем. Не, на рельсу он не хочет. Не хочет на рельсу. Опа, точно надо разогнаться. Уф. Так, спокойно, земля. Дебил! Так, все, пиздец, пиздец. Пипец, приехали. А, слава богу, станция. You won't make it. You're a weak kid. Go back to the favelas. Your friends are there. Да. Да. Караул. Да, ну тогда. Я не знаю, может, я что-то не понимаю. Как нету сохранения? Управление, ходьба, бля-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 бля. Тут только настройки, графика и все. Все. Сохранить настройки, не игру. Это плохо. Да. Ой. Что вам скажу, ребята? Все, давайте на этом, наверное, будем прощаться. Посмотрим, может, в следующий раз я продолжим. Все, ребята, всем пока. Ставьте лайки.
А вот я вас наебал. Я продолжу. Да нет, конечно нет, я ничего не наебал. Все, до свидания. У меня уже руки вспотели от этой игры. Пока-пока.